Многие спрашивают, а с чего начать? Я домохозяйка, или я офисный менеджер, или я садовник, или я просто студент, или я кто-то. С чего начать? А с чего мне бизнес начать? Ну, много есть вариантов. Первый вариант. Что вы умеете делать хорошо? В чем у вас есть мастерство? Где вы учились? В чем вы помогаете другим? Что вам нравится? Чем вы любите заниматься? Какое у вас хобби? Как вы проводите время с родителями? Что вы умеете делать хорошо? Что вы делали с... Что, в чем вы помогали своим друзьям, за что они вам говорили спасибо? Какие есть товары и услуги у ваших знакомых, у которых есть бизнесы? Кому из них можно присоединиться? Фишка в том, что неважно, с чего вы начнете. Главное начать с чего-нибудь. То есть просто начать. Неважно, с чего начать. На старте вы все равно не поймете, где, что и как лежит. На старте у нас есть две задачи. Зарабатывать деньги. Цель первая. Вторая цель – это обкатать все бизнес-навыки и наработать все личные качества. Вот две цели. А для этих целей не нужно начинать с чего-то конкретного. Просто посмотрите все, что около вас есть. И со всего этого начните. Один проект, другой, третий, пятый, десятый, седьмой, восьмой, 49-й. Всякие разные проекты запускайте. И из каждых там 5-7 проектов лишь 1-2 будут приносить вам деньги. И с каждым новым запуском вы более профессионально будете делать бизнес. И только потом, когда у вас наработаются навыки, качество предпринимателя. Ведь предпринимателям не рождаются, а становятся. Просто надо наработать навыки и качества. Только тогда вы уже найдете любимое дело, и его уже будете делать профессионально. А если вы сразу возьмете любимое дело и начнете на нем все ошибки допускать, то потом оно уже не таким любимым для вас будет. Поэтому обязательно запускайте все подряд. То есть главное начать. То есть сейчас просто берете и вот сегодня уже звоните, договаривайтесь на встречу на завтра. А иначе на завтра, если типа я завтра начну, нет. Навык богатых людей – делай сразу. Все, вот сейчас закончил видео, звонишь трем людям, договариваешься на встречу на ближайшую неделю. И встречаешь с ними запускаешь проекты. А лучше 10, 20, 30 человек обзвони. И поищи, у кого есть какой-то проект, у кого есть знакомые, у кого есть бизнес. И запусти с ними бизнес. Вот с чего начать. Не думай, с чего начать, это лишь отмазка, чтобы не делать. Ты просто боишься начать, из-за этого отмазываешься. Не отмазывайся, начни, и все получится. Или не получится. То есть наработай ошибки. Это будет твой опыт. Либо второй вариант, сделай хороший результат. Это будут деньги, которые будут помогать тебе в твоих личных целях и твоей семье. Спасибо вам. С вами был Владимир Кравчук, Бизнес-квартира.